патроны, мне 5 лет. Меня зовут Чели, мне 5 лет. Мы говорим по-русски. Найвите. Я хорошо помню мою первую встречу с Шелечкой. Она плохо говорила, ее речь была невнятная, у нас не было зрительного контакта. Она показывала пальчиком и хотела только рисовать. Прошел год интенсивных занятий, и ребенок расцвел. Моя дочь заговорила, это самая большая радость для, нас, родителей. Это только один случай моей обширной практики. Дорогие родители, было ли у вас такое? Вашему ребенку 2 года, но он не говорит. Ребенку 3 года, но его понимаете только вы. 6 лет. Он говорит на 2 языках, но его речь непонятна. Он стесняется своей речи. Период подражания ребенка, когда ему еще, допустим, 8 или 9 месяцев, уже можно поставить все звуки. Просто правильно маме, правильно разговаривать, артикулировать, показать, где стоит язычок, что такое вверх во рту, что такое вниз поставить язычок за зубки. Наравне с классическими методами постановки речи я использую нетрадиционные методы воздействия на речь ребенка. Вот, например, какая связь между яблоком, прищепкой и бумажкой? Когда мы жуем яблоко, развивается артикуляционный аппарат. Когда мы дуем на бумажку, развиваем дыхательную струю. Когда захватываем прищепкой макароны, мы развиваем мелкую моторику пальчиков. Используйте те средства, которые у вас под рукой дома. За 20 лет моей практики я видела разные случаи и могу сказать одно. Чем раньше вы обратитесь к логопеду, тем больших успехов вы достигнете. Это Шатех, а это? Аватех. Аватех, умничка! Ищите хорошего логопеда, к которому ваш ребенок будет ходить с удовольствием. Приводите его ко мне, потому что мой главный принцип – это любовь к ребенку и его доверие. Хим!